Меня зовут Кеша. Мой хозяин Вовка ушел в школу и оставил мне записку, в которой написал, что задержится, потому что у него дополнительный урок по аккуратности. А мне так надоело сидеть дома за телевизором. Да и Вовка говорит, что мне тоже не помешало бы подучиться аккуратности. Вот я и подумал, может, пойти к нему и помочь? Но сам я вряд ли справлюсь. Мне понадобится твоя помощь. Нас ждут интересные задания и увлекательные игры. Ну что, вперед! Привет, Кеша. Давно тебя не видел. Как дела? Да вот, решил оторваться от телевизора и помочь Вовке. Но я не знаю, как попасть в школу. Не подскажешь? Хорошо, я тебе помогу. Но сначала ты помоги мне. Тебе нужно отсортировать съедобные и несъедобные предметы. Я бы сам с этим справился, перепробовав их на вкус. Но боюсь, заболит живот. Давай, показывай! На экране будут появляться съедобные и несъедобные предметы. Если предмет съедобный, нажимай на зеленую кнопку, иначе на красную.
Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Молодец, Кеша. Ты справился. А теперь послушай новое задание. Хозяин наконец-то заставил меня убрать в своей комнате. А я так давно не делал уборку, что не помню, где должны находиться предметы. Помоги мне, пожалуйста, расставить вещи по своим местам. Расставь предметы в комнате по своим местам. Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Ты допустил слишком много. Молодец! Ты справился с заданием. Твоя оценка 4. Отлично, Кеша.
Выполни еще одну просьбу, и я скажу тебе, куда идти. Недавно я решил заняться рисованием, но что-то у меня не получается. Говорят, чтобы хорошо рисовать, нужно быть аккуратным и внимательным. Попробуй. Может, у тебя получится. Проведи мелом точно по контурам, начерченным на асфальте. Проведи мелом по контурам, которые нарисованы на асфальте. Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Кеша, из тебя может получиться художник. Спасибо тебе, ты мне очень помог. Был рад помочь. Теперь подскажи мне дорогу в школу. К сожалению, я точной дороги в школу не знаю. Но мне кажется, тебе нужно идти через крышу. Я всегда хожу гулять таким маршрутом. Спасибо, попробую. До свидания. Пока.
Чернушка! Кар! Мой пернатый друг! Что делаешь? Не видишь разве? Любуюсь! Чем? Ничем, а кем? Собой красивый. Вот собираюсь на Таити. И не знаю, в чем я красивее. А ты что тут делаешь? Как тебя сюда занесло? Иду к хозяину! Рыжик сказал, чтобы попасть в школу, нужно пройти через крышу. Кар, кар, кар! Только коты ходят через крышу. Дорогу в школу знаю только я. Но я тебе ее покажу только, когда ты выполнишь несколько несложных заданий. Итак, первое задание. Тебе нужно найти предмет, который не сочетается с появившимися на экране. Укажи предмет, который не сочетается с другими предметами на экране. Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Молодец! Теперь задание посложнее. Тебе нужно найти отличие на картинках, которые появятся на экране. Пожалуйста, будь внимателен. Найди 7 отличий на картинках, которые появятся на экране.
Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Отлично, Кеша! А теперь тебе нужно определить, какому предмету принадлежит звук, который ты услышишь. Нажми красную кнопку, чтобы прослушать звук. Затем выбери предмет на экране, которому этот звук принадлежит. Встретил меня. Только я знаю, как попасть в школу. Ну, во всяком случае, мне кажется, что знаю. Иди по улице на проезжую часть, а дальше отправляйся в зоопарк. Чернушка, очень признателен тебе. Привет, Чернушка! Кар! Мой пернатый друг! Что делаешь? Не видите? Ничего. Иду к хозяину! Кар, кар, кар! Только коты ходят через крышу. Итак. Укажи. Красавчик! Как поживаешь? Чем занимаешься? Уроки прогуливаю. А тебя как сюда занесло? Что, за телевизором не сидится? Иду к Вовке в школу. Хочу ему помочь. А точной дороги не знаю. Ворона сказал, что нужно идти через зоопарк. Ты не подскажешь, я правильно иду. Ха! Ворона, когда сюда прилетает, только и делает, что болтает с орлами. Она очень хочет быть на них похожа. Сначала ты помоги мне, а потом, может быть, я тебе помогу. Как тебе помочь?
твоя задача – найти одинаковые предметы из тех, которые изображены на экране. Найди одинаковые предметы. Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Очень хорошо! У тебя получилось! Теперь тебе нужно помочь мне одеться соответственно случаю. Правильно подбери одежду из гардероба. Одень Сашку в одежду для пляжа.
Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Одень Сашку в одежду для пляжа. Одень Сашку в спортивную одежду. Одень Сашку в одежду для школы. Одень Сашку в одежду для маскарада. Одень Сашку в одежду для сна. Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Отлично! Правда, я классно выгляжу. Теперь твоя задача убрать в зоопарке. Ты должен убрать мусор с улицы, а нужные предметы сдать в бюро находок. Кликай правой кнопкой мышки по мусору, чтобы отправить его в урну, а по другим предметам левой кнопкой, чтобы сдать их в бюро находок. Молодец! Ты справился с заданием. Твоя оценка 4. Отлично, попугай! Ты очень мне помог. Возвращайся назад на проезжую часть и иди налево. Спасибо! Привет, Кеша! Как я рад тебя видеть! Даже не думал, что ты придешь! Опять ты о своем! Почему ты так плохо обо мне думаешь? Да ладно тебе, Кеша, не обижайся! Лучше помоги мне, а потом мы вместе пойдем домой! Я и не обижаюсь! Рассказывай, как тебе помочь! Нужно провести по карте мышку в норку, птичку в гнездо, а мою фигурку к нам домой. Будь внимателен, не запутайся! Проведи по карте мышку в норку, птичку в гнездо, а Вовку домой. Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Ты допустил слишком много ошибок. Твоя оценка 2. Начни игру сначала. Yeah.
Отлично! Ты справился с заданием. Твоя оценка 5. Кеша, ты молодец, тебе удалось. А то ты не знал. Знал, Кеша, знал. Теперь наша задача – угадать пары картинок на классной доске. Если кликнуть на одно из них, на некоторое время появится изображение. Если кликнуть последовательно на две одинаковые, то они больше закрываться не будут. Задача – открыть все картинки. Запомнил? Справишься? Открывай картинки, кликая последовательно на две одинаковые. Молодец! Ты справился с заданием. Твоя оценка 4. Хорошо. А теперь последнее задание. На экране появляются на некоторое время предметы. Потом они исчезают и появляются новые предметы. Нужно указать те, которых не было в предыдущем наборе. Будь внимателен, не ошибись. Укажи на те предметы, которых не было в первом наборе. Thank you.
Молодец! Ты справился с заданием. Твоя оценка 4. Ну вот, мы выполнили все внеклассные задания. Даже не знаю, что бы я без тебя делал. Теперь можем идти домой. Пошли! Молодец! Ты прошел игру до конца. Помог другу Вовке и мне стать более внимательным и аккуратным. Результаты выполненных тобой заданий. Съедобные предметы. Оценка 5. Уборка комнаты. Оценка 4. Рисунок на асфальте. Оценка 5. Сочетание предметов. Оценка 5. 7 отличий. Оценка 5. Соответствие звуков. Оценка 5. Одинаковые предметы. Оценка 5. Одевание Сашки. Оценка 5. Уборка улицы. Оценка 4. Кто где живет. Оценка 5. Одинаковые картинки. Оценка 4. Новые предметы. Оценка 4. Общая оценка. Отлично! Попробуй пройти еще раз.